В Таиланде террористы устроили 23 взрыва, ранены почти 40 человек. Все атаки были осуществлены в городах провинции Яла. Взрывные устройства небольшой мощности были заложены в людных местах. По мнению правоохранителей, целью экстремистов являлось создание паники, а не человеческие жертвы. В произошедшем власти обвинили сепаратистов, которые борются за отделение части южных провинций страны от королевства.